Ну, прежде всего, вот нужно объяснить, наверное, зрителям нашим, что представление о единой, некой общей истории для всего мира – это иллюзия. Mm-hmm. То есть глубже X века заглядывать просто невозможно. Там уже будут одни сказки, одни фантазии, легенды, мифы и так далее. История не может быть написана раз и навсегда. Она обязательно будет переписываться в зависимости от того, что нас в истории интересует. Как заметил однажды Томас Манн, прошлое – это колодец глубины несказанной, а вернее назвать его и вовсе бездонным. Тем не менее, сегодня мы решили набраться смелости и заглянуть в таинственные бездны прошедшего времени. Мы привыкли, что все заметные исторические события и эпохи стоят на полочке в строгой хронологии. Древний мир, Египет, Рим, Греция, варвары, Средние века, Возрождение, ну и так далее. Скорее всего, так оно и есть на самом деле. Однако, как и всегда на рубеже веков, появляются теории, пытающиеся радикально пересмотреть нашу историю. Давайте вот возьмем, так сказать, пойдем, так сказать, от древнего мира, и, значит, что, на ваш взгляд, так сказать, не так? Если там Аристотель был натурфилософом, то создатели хронологии, костяка истории, которую мы сейчас, так сказать, наши дети учат в школе, были магами. Были магами и были оккультистами. Вот, поэтому, прежде всего, нужно сказать, что как могла возникнуть научная хронология до появления науки. Да, вот шумерская цивилизация, египетская цивилизация, они, так сказать, на своем месте стоят или нет, по-вашему? Это очень глубокая древность. То есть можно сказать, что это древность где-то X века нашей эры. X века. Или... Нет, ну вот пирамиды. Понимаете, если они построены в третьем тысячелетии до нашей эры. Да, в третьем тысячелетии до нашей эры, тогда нам приходится признать, что вообще без помощи инопланетян их построить было невозможно. Почему? Ну, понимаете, там такие блоки. 2 тонны блок, да. И по 5 тонн блок. В храме Сфинкса там блок есть и 200 тонн. Так. Вот откуда их взяли, откуда их перетащили. А когда их тогда построили? Как? Моя точка зрения, что это может быть 12-13 век, хотя вот мои коллеги, многие считают, что это и более поздние времена. В Средние века уже научились делать бетон. Поэтому эти блоки было несложно делать бетонными. Если почитать Юлия Цезарь, там и пули летают. Если почитать Лукана, там раскаленные в полете ядра летают. У Иосифа Флавия римляне прячутся в шанцах. До 8 века, ну, это по-настоящему бронзовый век. Дальше начинается эпоха первичного. Хорошо, давайте вот сюда. Вот пирамидок. Когда их построили? Я думаю, что вся египетская цивилизация, вот такая древнеегипетская, то, что мы называем древнеегипетской цивилизацией, существовала еще в начале 14 века нашей эры и раньше. Троянская война – это событие эпохи крестовых походов. Это 12 век, скорее всего. Фукидид, ну, скорее всего, жил в 13 веке. Парфенон построен в 13 веке, скорее всего. А Венера, Милоска и так далее. Мы как бы, так сказать, вот все скульптурное наследие, которое осталось, все архитектурное наследие, которое осталось, это мы тоже сдвигаем? Это уже практически после 14 века. Вот Венера, Милоска – это памятник восточноевропейского возрождения. Мы должны менять историю, мы должны ее пересматривать очень серьезно. Нам нужно объяснить, что средневековье, так называемое, континентальное, европейское средневековье, и античность, так называемая, средиземноморская культура – это два параллельных потока. Итак, по данной версии, античность, 5 век до нашей эры, и средние века, 12 век нашей эры, существовали в одно время. Тогда же построили Колизей, Тадж-Махал и пирамиды. Немного напоминает сюрреализм Дали, зато эффектно. Плюс хороший повод переписать все учебники. Значит, все-таки, так сказать, Рим. Рим. Когда был Рим? Когда был, тогда и был? Когда был, тогда и был. Угу. И пал под ударами варваров. Вот традиционная, так сказать, наша историческая хронология, она все-таки в какой степени она верна? Конечно, общий ход истории, он в принципе ясен. Угу. И он незыблем в определенных пределах. Мы можем уточнять какие-то даты. Я вот, например, сомневаюсь, что Ярослав Мудрый умер в 1054 году. Я полагаю, что он умер в 1059 году. Я это переживу легко. За последние 20 лет радикально пересмотрена ранняя история по датировкам. Они удревнились. Иногда это на тысячи лет. Связано это было с тем, что уточнились методы датировки.
естественно-научные методы. И все же, если общая хронология нашего прошлого особых сомнений не вызывает, то трактовка многих событий – это всегда политика, идеология, как теперь скажут, пиар, одним словом, миф. Мы все живем в мифе, мифом и для мифа. Ведь весь окружающий нас мир – это, по большому счету, миф. А вот когда у нас возникает, так сказать, желание, так сказать, одни мифы сменить на другие? Как правило, это происходит в переломные этапы развития общества. Я вот завел разговор о Ледовом побоище. Рядом с ним стоят два сражения, которые по масштабам были гораздо крупнее. И по последствиям были серьезные. А, кстати, масштаб Ледового побоища, так сказать, вот мы привыкли фильм, эти огромные, так сказать, полчища рыцарей идут под лед. А как выглядел масштаб реально? Реально масштаб выглядел гораздо скромнее. Дело в том, что всех рыцарей в Юго-Восточной Прибалтике было около 100 человек. Там далеко не все рыцари принимали участие. 20 рыцарей погибло, и 6 рыцарей взято в плен. История повернулась лицом к человеку. Она в большей степени отворачивается от государства, ее больше интересует человек. Итак, значит, как бы от истории, так сказать, государей и других, к истории, так сказать, персонажей мы идем к истории человека. К истории человека. Мы пытаемся понять логику людей. Петербург в 19 веке летом обезлюдивал, все уезжали. Вопрос, почему? А извините, там были многоэтажные дома. Нам это ни о чем не говорит, но у них не было центральной канализации. Там выгребные ямы были под каждым домом. И зимой, пока это все стекало, замерзало, все было нормально. Вот, знаете, весной там солнышко начинает пригревать, все это начинает таять, бродить. Миазмы были дикие совершенно. Куликовская битва. Ну, если вы помните, я думаю, что помните, исход битвы решил засадный полк, во главе которого стоял Владимир Андреевич Серпуховской. Владимир Андреевич видит, что происходит, и говорит, надо выступать, христиане гибнут. На что Боброк Волынский ему с олимпийским спокойствием говорит, еще час не перейди, время не приспе. 8 часов выступим. Наши военные историки голову сломали, что это за 8 часов. В 8 часу в храмах начинали петь канон Пресвятой Богородицы, где упоминался Дух Южный Христос, который помогает православным. Когда в Древней Руси происходило сражение, оно происходило не в момент непосредственного соприкосновения с противником. Оно происходило в других условиях. Они останавливались, как правило, выбирали такое место, чтобы между ними была река, и стояли день, стояли два, три, неделю иногда. Чего они ждали? Благоприятного дня. Благоприятного с точки зрения... высших сил. Высших сил. Совершенно. Совершенно верно. Битвы у нас обычно происходили по пятницам. От истории вождей к человеческой истории, так сказать, к человеческой истории. Ну, прежде, как нам перейти? Да, прежде всего, должна быть понимающая история. Это история, которая бы не объясняла, а прежде всего давала возможность ребенку и взрослому человеку понять, почему люди поступали так. Что нам дает изучение истории такой? Колоссальные совершенно вещи. Потому что мы начинаем понимать простую штуку. В одной и той же ситуации мы можем действовать по-разному. Мы начинаем выстраивать новые стратегии своего поведения, новые сценарии своего поведения. Чем больше у нас таких сценариев, тем лучше. Если нам говорят, что есть только один путь, одна дорога, это всегда плохо. Если эта дорога приводит в тупик, это крах. Вот, кстати сказать, многие люди, которые так болезненно переживают сейчас, не материально даже, а психологически, ту ситуацию, которая сейчас в России, она связана прежде всего с тем, что они другой дороги не видели и не могли увидеть принципиально. История, которую им давали, она сводила вот все на один этот очень узкий путь, который привел в тупик в конечном итоге. И они как бы не бились, они все равно хотят идти по этому пути, а идти дальше некуда. Есть такая фраза, что история как бы не имеет сослагательного наклонения, но мы как раз приходим к тому, что наверное, она себя... имеет. Она имеет сослагательное имеет. Наклонение. Весь вопрос в том, видим ли мы эти альтернативы или нет. Если не видим, сослагательного наклонения нет. И мы как бараны, извините, идем на бойню. Если мы видим, что есть другие выходы, мы можем бороться за эти другие выходы. Тогда мы становимся гражданами. Тогда мы принимаем решения. Тогда мы можем соглашаться или не соглашаться с тем, что нам предлагают. В общем, долой историю царей, потому что история царей, конечно, пишется ради царей. Для царей. Да, ради царей, для ради царей, царей, которые и были, есть и будут. И будут, да. Понимаете? Мы сейчас должны писать историю народа, граждан. Это гражданская история. Тупиковый путь или нет? На ваш взгляд. Когда мы, тупиковый. Когда, знаете, ну вот Россия — родина слонов. Когда тупиковый.
вне всякого сомнения, тупиковые. Понимаете, стараться доказать, что мы сами вот по себе такие вот выросли, такие умные, и мы ни у кого ничего не заимствовали, ну, во-первых, это глупо. Потому что если мы имели возможность заимствовать и заимствовали, то слава Богу, понимаете, мы становились богаче от этого. Извините, от того, что храм Покрова на Нерли построили немцы, а это доказано было в 40-е годы Николаем Николаевичем Ворониным. Это было опубликовано в 46-47 годах. Тут никакого секрета нет. Скажите, пожалуйста, это что, превратилось в памятник германского зодчества? Нет. Это, как у нас любят писать, жемчужина древнерусского зодчества. Вот эти вот славянофильские, ура-патриотические всякие настроения, это, к сожалению, сейчас нормальный этап, потому что идет переосмысление своего прошлого. Идет процесс самоидентификации, в том числе этнической самоидентификации, когда понимаешь, что русские – это русские, украинцы – это украинцы. И всегда тут будут перегибы. Итак, что там творилось в прошлом, наука точного ответа не дает. Сплошные мифы. Утешает одно – и наша программа, и все наше время когда-нибудь станут сначала новейшей, а потом и древней историей. Вот и пусть тогда разбираются, что же здесь происходило на самом деле. Всего доброго. Thank you.